Добрейшего вечера, меня зовут Максим. Смотрите канал The Quiz. Не мог не заснять это. Еще буквально час назад у нас стояла дикая, жуткая жара. А сейчас началось светопредставление. Вот чем мне нравится Омаха, в принципе, вот этот вот катаклизм, он прямо напоминает последний день Помпеи. Вот, очень масштабно. Сверкают молнии, вот такие вот потоки воды льются. Вот, если кто видел мое видео прошлогоднее про вот такой же вот дождь, наверное, сможешь сравнить. Я выйти не могу, потому что боюсь, что мне камеру зальет. Но то, что я снимаю, жена героически борется с дверью, чтобы ее не закрыло. Вот, Зина, ради искусства старайся ради искусства. Просто вы должны оценить масштаб всего. Подсветка, правда, очень хреново здесь, но, правда, на улицу выходить вот однозначно не хочется. Вот. Но что самое интересное, я думаю, что пройдет еще буквально, ну, минут 40, и все, это все прекратится. Вот. Но вот в эти вот буквально несчастные там 30-40 минут, пока идет этот дождь, это напоминает вот прям вот светопредставление, вот, как будто все уже, все, трындец. Вот. Готовьте Ноев ковчег и запасайтесь дьявола гробами. Вот. Оставайтесь со мной на канале, пишите свои комментарии, постараюсь еще снять что-то интересное.